Дай груз! Контролей! Ты что, подъебали?
Вася! Завод! Завод! Сегодня так 17 реально существует, но на самом деле понятное дело, что это шло уже 17 минут поединка, счет не открыт, и в принципе каких-то супер опасных моментов команды не создали. Лебедев навес на ближнюю штангу, и начинаем по традиции с гостей. На воротах в номер 84 Николай Романюк. Номер 2 Владислав Морозов. Номер 4 Алексей Абрамов. Номер 7 Артем Васьков. Номер 10 капитан команды Дмитрий Лебедев. Ну, соответственно, желтый. Второй номер Семен. Шесть их фамилий. А мы говорят о многом. И непонятно почему, но именно вот такой вот матерый, опытный состав против нашего борисовского молодняка выставили. Футболиста Городея. Удар в ближний угол. И браво, Александр Свирский. Седьмой номер сейчас находился в очень и очень ударной позиции. Это Артем Васьков. Его мы можем помнить по выступлениям за Смолевичи, Жодинская торпеда. Такой хороший, энергичный, быстрый, крайний полузащитник. Наверняка сегодня он будет стараться доставить неприятности нашей обороне. Дмитрий Лебедев навес опять же на ближнюю штангу, но как такой навес не получился. Глинский опять оказался на мяче и уже с дальней дистанции, в принципе, правильно сделал Владислав Завадский, дабы избежать обрезки. И поэтому отправил мяч от греха подальше, выше ворот, и Городея уже обосновалась на своей половине поля и готовится обороняться. Состав борисовского БАТЭ. Александр Свирский на воротах номер 1. 2 Павел Пашевич. 3 Владислав Малькевич. 4 Максим Мякиш. И, кстати, Мякиш сегодня играет в центре обороны. Русенчик сейчас был с мячом. Неточная передача.
Может, оно и к лучшему, удар, и не получился удар у Владислава Глинского. Шестой номер Александр Немирко, пятый, кстати, да, Владислав Глинский, седьмой Илья Василевич, восьмой Владислав Русенчик, девятый Дмитрий Матяж, десятый капитан команды Антон Абрамович и одиннадцатый номер Андрей Потапенко. Главный тренер футбольного клуба «Батэк» Кирилл Альшевский. А главный тренер «Городей» Владимир Ананевич. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Виталием Анихимовским. Его помощники Денис Емельянчиков и Сергей Косовец. Русенчик тянет мяч Владислав. И немножко подпрыгнул неудачно мяч перед Владиславом. И благо, что он остался у нашей команды. И атака «Батэ» продолжается. Вот сегодня в составе «Городей» мы можем видеть и Дмитрия Лебедева. Да, это именно тот человек, который в первом круге в матче основных команд забил в какой-то степени феноменальный и красивый гол после удара со штрафного. Соответственно, ждать его удара со штрафного можно будет и сегодня. Ну, славится Дмитрий своими сильными, главное, что точными ударами. И для оппонентов бывает очень сложно. Тем временем Андрей Потапенко на фланге, казалось бы, ушел от защитника. И браво, браво. Андрей зарабатывает угловой удар. Второй корнер, если я не ошибаюсь, сейчас будет выполнять футболисты «Батэ», и по традиции к мячу бежит Владислав Малькевич. Набирает форму Владислав после повреждения и даже тренируется с основной командой. Еще один корнер будет исполнять Владислав. Мы предыдущий увидели, оказался довольно-таки неприятным для гостей. Навес на ближнюю штангу и улетает мяч за пределы поля. Свободный удар будет выполнять Николай Романюк. Да, Николай Романюк также голкипер с большущим опытом, с большущим стажем игры в высшей лиге. Уже немало клубов повидал на своей карьере. В последнее время обосновался именно в «Городее». В первом круге команды встречались несвеже на стадионе «Урожай». И тогда в ненастную погоду, дождь. И, в принципе, было довольно-таки некомфортно. Желто-синие победили со счетом 4-2. Антон Абрамович открыл счет на 26-й минуте. На 29-й Владислав Завадский с пенальти установил равные цифры на табло. Затем на 48-й Андрей Потапенко, на 57-й Дмитрий Бессмертный сделали счет 3-1. Илья Евтух на 79-й один мяч отквитал. И на 84-й Дмитрий Матяш установил итоговые цифры на табло. Ну, сравнивать тот матч с этим, в принципе, будет очень-очень сложно, потому что очень много изменений в составе «Городей» так точно произошло, да и в составе «Батэ» их произошло не меньше. Например, Владислав Завадский сегодня играет за дубль, ну а у нас Антон Абрамович, Андрей Потапенко, Дмитрий Матяш все есть, ну и Дмитрий Бессмертный сосредоточился на тренировках с основной обоймой. Двадцать первый тур начался сегодня. Должно было состояться два матча.
Ну, кроме того, что идет сейчас у нас здесь в Борисове, и параллельно в Жодино Торпедо БелАЗ принимает Гродненский Неман. Кстати, очень-очень интересный матч с точки зрения того, что... Дмитрий... Ай-яй-яй-яй-яй, Дима, как ты сейчас не реализовал такой момент? Казалось бы, можно расстреливать, рвать сетку, однако не удалось у Димы перехитрить опытнейшего голкипера. Надеюсь, в следующий раз обязательно Дмитрий реализует свой момент. Атака БТ продолжается. Малькевич. Перевод налево Абрамович. Васильевич. Теряет мяч и тут же перехватывает. И есть возможность организовать дальше атаку. К сожалению, хорошо сейчас сыграли в защите наши соперники и не позволили пройти этому обостряющему пасу. Так вот, Днепро должно было встречаться с Минским Торпедо, однако, ну, все уже давно знают, и эта новость уже где-то даже набила оскомину, что Минская Торпедо прекратила свое существование на данный момент. Ну и, соответственно, там засчитана техническая победа в пользу Днепро. В Бресте динамовцы со счетом 2-1 обыграли футбольный клуб Минск. Ну и параллельно с нами сейчас проходит матч в Жодино между Торпедо БелАЗом и Гродненским Неманом. Таблица на данный момент лидирует Гродненский Неман, который набрал после 20 матчей 45 очков. На 3 очка меньше у нашей команды, но при этом 2 игры в запасе. Хорошо сейчас пробил кто-то из футболистов БТ. Опять выше всяких похвал отыграл. Сыграл в этом моменте голкипер гостей. И так, в принципе, получается, что по потерянным очкам именно баллисты БТ могут стать лидерами турнирной таблицы. На третьей строчке футбольный клуб Минск 41 балл. И на четвертой Брестская Динамо с 39 баллами. Тут, в принципе, небольшая такая плотность верхушки турнирной таблицы. Потому что дальше идет Минская Динамо 38 баллов. Шахтер 35, ну и дальше уже Энергетик на 4 балла набрал меньше, чем тот же Шахтер, и уже вряд ли на что-то может претендовать. Но внизу турнирной таблицы Городием 12 баллов и футбольный клуб Витебск 11 баллов. Самое любопытное, что Минская Торпедо находится на 14 месте, 16 набранных баллов, и будет весьма забавно, если ни Городея, ни Витебск по итогу не окажутся выше. Ой, что творят наши ребята? Карусели прямо-таки возят в штрафную площади футбольного клуба Городея. И вот чуть-чуть не хватает, чтобы нанести завершающий удар и наконец-таки поразить ворота и открыть счет, что в принципе уже напрашивается, потому что моменты появляются с завидной регулярностью. Вновь Малькевич, навес. Голкипер кулаками отыграл, и все равно мяч остается у БТ. Вновь Малькевич, навес на дальнюю штангу, и все мимо пролетели, и свободный удар. Тем временем 30-я минута матча у нас идет. Совсем немного осталось до перерыва. И, в принципе, посмотреть на трибуны, то не сказать, что зрителям должно быть очень скучно. Их сегодня не так-то и мало. Визуально человек 60
на футболе присутствует. Ну и понятно, что если нету никаких важных дел, то почему бы не сходить на стадион и не посмотреть, как играют футболисты, пускай и дублирующих составов. Мякиш. Сенчик. Зато Мякиш отыграл. Хороший, казалось бы, был перевод на Глинского, однако защитник Городей сыграл выше всяких похвал. Русинчик. Абрамович, ну можно бить. Нет, не пробил, решил назад на Русинчика дать передачу. Он там защитники перестраховали. И сейчас Абрамович не получился. Акцентированный удар Потапенко. И да забейте вы, мяч, казалось, попадает в руку, но судья посчитал, что нужно подать корнер. Да, такая сейчас пожарная обстановка случилась в штрафной площади Городеи. И мяч никак не хочет залетать за спину Николая Романюку. лет в июне месяце исполнилось Николаю. Это так, небольшая информация о, так сказать, герое предыдущего эпизода. Глинский вырывается в штрафную, фолят, и еще один очень-очень перспективный стандарт. В какой-то степени можно назвать вот место, с которого сейчас Владислав Мальгевич исполнит штрафной удар, точкой Игоря Стасевича. Кто помнит, в матче с румынским Стяуа две таких вот подачи примерно с этой отметки и стали голевыми. Посмотрим, удастся ли сейчас Владиславу Малькевичу повторить этот подвиг. С первого раза подачи не получилось. И еще один стандарт. Попытка номер два, и будем ждать, что она окажется более результативной. Тридцать третья минута поединка стартовала. Слав Малькевич у мяча. Навес. И Дмитрий Матяш, гол! Наконец-таки! Наконец-таки удалось поразить цель. Все логично, и вряд ли кто-то скажет, что гол не заслужен. Браво, браво. Десятый гол Дмитрия в этом сезоне. Сейчас мы проверим. Надо, десятый гол. Забивает Дмитрий и сравнивается по этому показателю с Кириллом Гусевым из Могилевского Днепро и Глебом Жердевым из футбольного клуба «Минск». Ну и какая-то суматоха в защитной линии. Мяч в воротах команды «Городея» забил номер 9 Дмитрий Матяш. Еще одна ошибка у «Городейцев», и можно и второй бы сейчас забить, чем черт не шутит. Ну можно было пробить, под удар подработал себе, эх. Александр Немирко хотел сделать как лучше, однако чуть-чуть перестарался, и мяч улетел выше ворот. А под шумок забей второй гол, и могу бы поставить в тупик Городею, хотя в большей степени там играют очень-очень опытные ребята, и наверняка их тяжело поставить в затруднительное положение, однако пока нашим молодым бойцам это удается делать с лихвой. Немирко с Александром Сибирским отыгрывается. Ну, правильно все делает Александр. В сторону Русенчика выбил мяч. Ну, там на втором этаже 98 номер гостей сыграл лучше. И тут уже на помощь своему товарищу по команде пришли наши защитники. И уже контратака у футболистов Бате. Василевич
Хорошая по задумке должна была пройти передача. Однако заблокировали ее футболисты в зеленой форме. И уже убегают они в свою контратаку. Лебедев. Отлично сейчас сыграл Малькевич. Обокрал оппонента. И начал контратаку своей команды Потапенко. Вроде как напрашивалась передача на Дмитрия Матера, однако Андрей побоялся сделать ту самую передачу, потому что было очевидно, что, скорее всего, Дмитрий попадет в положение вне игры, а так мяч сохранили футболисты БТ под своим контролем. Немножко, да, можно покатать, успокоить игру, потому что многие тренеры отмечают, что самые опасные моменты для команды, которая забивает гол, это буквально 2-3 минуты после этого самого взятия ворот. И главное их выдержать и хладнокровно, по крайней мере, действовать, как сейчас действуют футболисты Батэ. Перевод на левый фланг. Васильевич. Уже в штрафную мчался Павел Пашевич. Хороший дриблинг у Павла, уже не раз это было отмечено. Однако сейчас защитники оказались на чеку и не позволили Павлу обвести, что называется, вокруг носа. Ой, красиво сейчас Илья Васильевич сыграл в стиле Зинедина Зидана. Это, да, его знаменитая рулетка. Сейчас немножко двоякое такое ощущение от того, что когда был фол на Илье Васильевича, судья не свистнул, а здесь примерно в похожей же ситуации свистнул, и причем в сторону ворот Батэ. Ну ладно, это все в любом случае на совести и усмотрении арбитра. Через центр городейцы пытались добраться до Владимира Александра Свирского, но там все надежно. Свирский перевод на Вадима Пингаса. Ой, простите, пожалуйста, Павел Пашевич, конечно же. Ну, Свирский. Якиш. Отыгрался с Александром, и тот находит Павла Пашевича. Причем отличная передача, и Павел тянет мяч, ее и переводит на правый фланг, где уже Андрей Потапенко. Эх, немножко Андрею не хватило, и Станислав Сазанович, что называется, на опыте, оказался быстрее на мяче, нежели наш 11-й номер. Далеко подальше Сазанович вынес мяч, на кого он остался под контролем футбольного клуба Батэ. Ничего интересного у нас на поле не происходит. До окончания первого тайма остается буквально 5 минут основного времени, и навряд ли что-то добавит арбитр встречи, потому что каких-либо пауз замечено не было. Да,
Русенчик, Абрамович. Потеряли мяч наши футболисты. Так вот, подводя итоги этой недели, можно вспомнить, что 10 числа молодежка белорусская в Жодино принимала Португалию. К сожалению, наступила со счетом 0-2. Но примечательный тот матч тем, что в составе молодежной сборной Беларуси весь матч отыграл Максим Мякиш. И при этом главный тренер молодежной сборной Сергей Яромко отметил, что у Максима большущий потенциал и что он должен стать настоящей звездой, лидером белорусского футбола. И будем в это очень надеяться и верить, потому что действительно Максим оставляет очень-очень приятное себе впечатление. И второй раз я уже, наверное, это говорю, но чтобы только не сглазить нашего опорного полузащитника, который, к тому же, ввиду своего универсализма, может отыграть и в центре обороны. Ну, кроме Максима, Антон Шкурдюк отыграл также полный матч, тоже не чужой футболист для нашей команды. Филевич ошибается с передачи. Даже не то, что ошибается, скорее защитники грамотно сыграли. Русенчик, удар и угловой назначает арбитр встречи. Владислав Глинский, Александр Свирский также вызывались на матч с Португалией. Но ввиду определенных обстоятельств Сергей Яромко не доверил им место в стартовом составе. Вновь Владислав Малькевич, навес. Русенчику мяч попадает в затылок и, к сожалению, не отскакивает в ворота. Так, а продолжается Глинский. Навес на дальнюю. Илья Василевич прикрыл мяч корпусом, сохранил для команды. Абрамович. Немножко не туда пошла передача. И аут будет выбрасывать футболиста Городи. Тем временем 2 минуты у нас еще будет продолжаться первый тайм. И давайте посмотрим, кто после перерыва может усилить игру одной и второй команды. У Городей в резерве номер 1 голкипер Максим Макаров, номер 3 Алексей Соловей, номер 8 Виталий Савошко, номер 11 Станислав Краевский, номер 16 Павел Жуковский, номер 20 Илья Евтух и номер 88 Илья Крень. Ну, соответственно, из этих фамилий, может быть, Илья Евтух что-то скажет нам, потому что он в первом круге отличался забитым голом в ворота Батэ. В то же время у Батэ в запасе номер 12 голкипер Андрей Кудровец, номер 13 Максим Гаевой, номер 14 Вадим Пигас, номер 15 Егор Осипов, номер 16 Евгений Гулецкий, номер 17 Иван Калошкин и номер 18 Роман Лисовский. Александр Свирский хорошо, уверенно отыгрался с Владиславом Глинским, и уже атака начинается у футболистов в Батэ. Да, надо доиграть относительно спокойно этот первый тайм, выйти в раздевалку с позитивными мыслями, с хорошим настроем. Дмитрий Матяш сейчас прессинговал соперника. И тут уже фолит Владислав Морозов. И на газоне оказался Владислав Малькевич.
Кого из 22 футболистов, которые сейчас находятся на поле, у нас представлено 5 Владиславов, и можно сказать, что это одно из самых популярных имен в белорусском футболе. Ну, собственно, как и ожидалось, ни секунды не добавил голкипер встречи, и закономерное пока сейчас счет на табло, и уходим на перерыв.
Виталика. Я, клиент. Алло. Виталий.
Перерыве в составах. Команды произведены замены. В составе команды Батер поле покинул номер 1 Александр Свирский. В игру вступил номер 12 Андрей Кудровец. В составе команды Городея поле покинули номер 10 Дмитрий Демидер и номер 98 Андрей Сорокин. Прав. В игру вступили номер 3 Алексей Соловей и номер 25 Соловка. Так, ну все, вернулись мы на поле Борисовского городского стадиона, где борисовский Батэ принимает футбольный клуб Городея. После первого тайма счет 1-0 в пользу Батэ. Единственным забитым мячом, надеемся, пока что в этой встрече отметился Дмитрий Матяш. Сзади, Ром! Сейчас в атаке городейцы. Прострел довольно-таки опасный. Был прострел. Роман Волков его исполнял. Давайте по-быстрому пробежимся по составам играющих команд. 84-й номер у Городей на воротах Николай Романюк. Номер 2 Владислав Морозов. Номер 4 Алексей Абрамов. Номер 7 Артем Васьков. Вместо номера 10-го вышел Виталий Сибошко. 21-й Владислав Завадский. 22-й Станислав Занович. 25-й Леонид Ханкевич. 35-й Роман Волков. 72-й. И опаснейший сейчас удар. Вот мои слова произвели футболисты Батэ. И 5-й или 6-й корнер в матче исполнять наши футболисты. И вместо Андрея Сорокина, игравшего под 98-м номером, Алексей Соловей под 3-м номером. Ну и в составе Батэ на последнем рубеже тоже также произошла замена. Вместо Александра Свирского на поле вышел Андрей Кудровец. Удар заблокировали. Хорошее начало второго тайма, опаснейшего угловой разыграли и были близки к тому, чтобы удвоить преимущество. Номер 2 Павел Пашевич, номер 3 Владислав Малькевич, номер 4 Максим Мякиш, номер 5 Владислав Глинский, номер 6 Александр Немирко, номер 7 Илья Василевич, номер 8 Владислав Русенчик, номер 9 Дмитрий Матяш, номер 10 капитан команды Антон Абрамович и номер 11 Андрей Потапенко. И тут же уже Артем Васьков на левом фланге тащит мяч, пытается на финте обострить ситуацию. Не обострил. Свободный удар будет исполнять Андрей Кудровец. 2003 года этот голкипер. 2 сентября ему исполнилось лишь 16 лет. По новым правилам можно в своей штрафной площади разыгрывать с
свободный удар. И, в принципе, сейчас наши футболисты это и сделали. Лево, лево! Пашевич. Паша, пошло! Ушел от оппонента и... Напрашивалась передача на Илью Васильевича, однако защитники гостей подставили ногу и аут. Исполнял уже Илья Васильевич. Довольно-таки опасно могло получиться, но четко в обороне сыграли защитники Городея. И тут же ошибаются, и уже баллисты Батэ могли обострить ситуацию, но не получилось. Заброс на половину поля нашей команды, и там уже Максим Якиш разрядил обстановку. Так вот, незаметно для нас, прошло уже 5 минут второго тайма. Кудровец очень громко крикнул я и забрал мяч в свои руки. Тоже по мнению многих экспертов, связанных в том числе и с голкиперами, Андрей Кудровец имеет довольно-таки большой потенциал. Будем надеяться, что его он разобьет и в скором времени составит достойную конкуренцию для баллистов основного состава. Но чем черт не шутит, все-таки для голкипера возраст – это не самое главное. Да, вспоминается сразу история Никера Касильяса, который уже в 16 лет дебютировал в составе мадридского Реала. Ну и, соответственно, этот голкипер и является одним из кумиров Андрея. Ну, кто смотрел наши выпуски из Сочи, один из этих выпусков как раз-таки был посвящен молодым футболистам, которые отправились на сбор с основной командой нашей, да, в Краснодарский край. Вот, и там Андрей Кудровец, собственно, рассказывал, как он попал в футбол и чего хочет добиться. Ну, тем временем под мои разговоры о нем он совершил, в принципе, довольно эффектный сейв. И уже удар поворотом и еще один. В принципе, удар получился не то что сильным, но небольшой рикошет и немножко заставил потрудиться нашего голкипера. Ну вот, уже дважды за последние пару минут он вступил в игру и сделал это довольно-таки уверенно. Вновь сейчас ударяется мячом. Немножко не добил он до Ильи Васильевича. И тут же заброс к штрафной площади исполнил Алексей Абрамов. Там на чеку оказались защитники Батэ. И заново что-то придется сейчас придумывать футболистам Городея. Неточная передача. Илья Васильевич перехватывает мяч. И может получиться неплохой переход в контратаку. Замечательная проникающая передача. И сейчас могли удваивать преимущество. Очень тонко сыграл и Антон Абрамович, и Илья Васильевич. Пока немножко не хватило, что ли, хладнокровия Дмитрию Матежу, чтобы оформить дубль в этом матче. Смотрим во втором тайме, по крайней мере, по последним пару минутам. Можно увидеть, что Городея прибрала мяч своим рукам. Это, в принципе, и не удивительно, потому что команде нужно отыгрываться. И тут уже споры с главным арбитром встречи. Леонид Ханкевич активно доказывал, что судья был неправ. Но... Ну, Виталий Нехимовский остался непреклонен в своем решении. Ну и вообще, известно, с судьями лучше не спорить, потому что санкции в виде желтых карточек могут быть предъявлены. Русенчик.
Хорошо, на финте уходит. Одного второго можно ударить и заблокировали. Сейчас этот удар футболиста Городея. Сейчас посмотрим, кто им оказался. Это третий номер был. Вышедший на замену Алексей Соловей. Атака БТ продолжается. Вновь Русенчик отыгрывается. Снимерка. Уже Пашевич. Тики-тики-така по Борисовски пошла. И все. На этом быстрые резкие передачи закончились. Владислав Глинский помчался за Артемом Васьковым и не позволил тому принять более разумное решение, нежели потеря мяча. Немирка отыгрывается на Максима Мякиша, тот на Малькевича. И жестко сейчас 35-й номер, это Роман Волков, сыграл против Малькевича. Андрей Потапенко, ну можно бить, удар, и парирует голкипер. Дмитрий Матяш на добивание, и тут же уже налетело много футболистов Городей, которые не позволили Дмитрию подстроиться под мяч и нанести удар. Тут же Илья Васильевич получает по ногам. И стандартное положение в сторону ворот Николая Романюка. В первом тайме именно после розыгрыша штрафного удара Дмитрий Матяш открыл счет в матче. Посмотрим, удастся ли сейчас сделать то же самое. Тогда было немножко ближе к воротам. Не самыми большими силами пошли футболисты БТ разыгрывать этот стандарт. И, тем не менее, зарабатывают право на угловой удар. На бровке поля уже находится Вадим Пигас, если мне хорошо видно. Ну, в любом случае, в ближайшей паузе, я думаю, мы об этом узнаем. Да, все-таки Вадим Пигас, я был прав. Именно такую табличку держит в руке резервный арбитр. Тем временем Малькевич навес и гол! Максим Мякиш! Отлично сейчас, просто браво, Максим. Выиграл вверх, перепрыгнул в стиле, так сказать, Криштиану Роналду, перевисел он всех в воздухе и сделал счет 2-0. И тут же замена. Вместо Владислава Глинского на поле выходит Вадим Пигас. Отлично, вот оно, футбольное правило, что обычно замены всегда делаются после розыгрыша стандартов, и там есть своя определенная изюминка. Ритуал, что ли, так. На 57-й минуте матча мяч в ворота команды Городея забил номер 4-й Максим Мякиш. В составе команды Батэ произведена замена. Поле покинул номер 5-й Владислав Глинский. В игру вступил номер 14-й Вадим Пигас. На 57-й минуте счет стал 2-0. И это не может не радовать. Кембаты сейчас находится, грубо говоря, в погоне за первым местом и в том числе за Гродненским Неманом. Мякиш. Малькевич. Лево. Васильевич отыгрывается с Андреем Немирко. Немножко, да, нужно придерживать мяч. Я уже в первом тайме говорил про это. Что нечего сразу же шашки на голову и лететь
забивать третий и тем самым оголять тылы. Лучше сыграть уже где-то даже по счету. И даже, возможно, и на контратаках. Ну, знаем, да, политику и философию Батэ, что нужно в любом случае контролировать, держать мяч и нагнетать обстановку именно у противоположных ворот. Не зря говорят, что атака лучшая защита – это атака. Да. В любом случае, тренеру будет виднее, как поступить в какой ситуации. Но то, что наши ребята выглядят предпочтительнее своего соперника, это факт. Несколько сейвов Николая Романюка, и счет бы уже давно мог быть крупным, и вот сейчас это случилось. Просто проходной двор в центре обороны Городея и вколотил сейчас мяч, по-моему, седьмой номер, но мы сейчас точно узнаем. 3-0 у нас тем временем становится счет, и сразу двойная, то и тройная замена у футбольного клуба Городея. Того 35-й номер покидает поле, это Роман Волков. 22-й, это Станислав Сазанович. И вместо них двойная все-таки, нет, тройная замена. Васьков еще поле покинул. И вместо них на поле появились Илья Евтух под 20-м номером. Ну, остальных, наверное, сейчас там Денис Сорокин объявит, что он более глазастый, чем я. 10-й минуте матча. Мяч в ворота команды «Городея» забил номер 11-й Андрей Потапенко. Да, Андрей Потапенко все-таки отличился и тем самым забил свой 9-й мяч в нынешнем сезоне. Поле покинули номер 22-й Станислав Сазанович и номер 3-й Волков. В игру вступили номер 16-й Павел Шковский и номер 20-й Илья Евтух. Один! Ну, все-таки три замены было произведено у футбольного клуба «Городея». Это про третью замену нам и не сказали. Но сейчас попробуем сами вычислить, кто же вместо Тёмы Васькова появился на поле. По номерам будем смотреть. 21-й, который сейчас с мячом, это Владислав Завадский, присутствовал. 72-й Семен Шестиловский также был в стартовом составе. 88-й, да, Илья Крень. Вот, третью замену мы с вами и вычислили. Право, Леня, право! Пошли с тобой! Паша! Пашка! Один! Есть Виталия! Виталия, один! Паша, не спеши, ну Паша! Сам, сейчас! Детей нарожают! Человек уже не держит! Детей нарожают, что-то такое! Саня есть! Андрюха! Да, ну и в составе Батэ также произведена замена. Вместо номера 8 Владислава Русенчика на поле вышел номер 16 Евгений Гулецкий. Ну да, по позиции. Поле покинул номер 8 Владислав Русенчик. В игру вступил номер 16 Евгений Гулецкий. В составе команды «Городея» также произведена замена. Поле покинул номер 7 Артур Васьков. В игру вступил номер 88 Илья Крейн. Нарушение правил
центре поля. По-быстрому разыграли футболисты Городея на левом фланге. Ну, кому-то может показаться, что счет на табло, игра уже сделана, но это футбол, и здесь ни на секунду не стоит расслабляться. Немирка тащит, тащит мяч. Какие пространства, какие зоны появились свободные у нашей команды в атаке. И сейчас защитник лишь просто-напросто спас свою команду от, возможно, четвертого гола. Хорошая сейчас передача шла в направлении Ильи Василевича, однако защитники оказались на чеку в этой ситуации. И нарушение правил фиксирует арбитр встречи. Виталий Савушко оказался виновником этого эпизода. Абрамович отыгрывает на Малькевича. Пашевич. В одно касание. Браво, браво. Хорошая атака сейчас развивается у наших ребят. Немирка. Мякиш адресовал мяч. Вновь Мякиш с мячом. Не Потапенко. Ну, можно направо отдать. Ну да, его немножко подталкивали в спину нашего 11-го номера, однако он исхитрился и отдал точную передачу. Мяч по-прежнему у футболистов Батэ через центр на этот раз. Пробует произвести свою атаку. Пигас. Накрутил оппонентов, сохранил мяч под контролем и, в принципе, довольно-таки уверенно футболисты держат этот мяч. Мал есть. Все, тебе говорят, лево, право. Зав. Один, Васильевич. Отыгрывается с капитаном. То вот назад на Павла Пашевича. Ну, наверняка сейчас в ближайшее время состоится крайняя замена. Васильевич пока с мячом. Подождите, пока о заменах. Удар в ближний угол заблокировал этот удар Алексей Абрамов. Сохранили мяч под своим контролем. Вадим Пигас сейчас красиво на финте убрал оппонента, сохранил мяч и аут будет выбрасывать футболиста Батэ. И еще одна замена готовится у нашей команды. Я так понимаю, Илья Васильевич поле покинет. А вместо него планируется, наверное, Роман Лисовский. Если по позиции, либо Иван Калошкин. Малькевич. Перевод направо, однако там 16 номер Павел Жуковский ставил ногу и вынул мяч на аут. Да, Иван Калошкин вместо Ильи Васильевича. Ну и последняя, наверное, замена у футбольного клуба «Городей». Там Николай Романюк отправится отдыхать и готовится выйти под первым номером Максим Макаров. Куда он побежал, кстати? А, ну да. Неплохо сегодня был на последнем рубеже Николай Романюк, но, однако, из-за недостаточно внимательных действий в обороне, и в том числе благодаря классной игре нашей команды, все-таки трижды пришлось доставать мяч из сетки. Все лишь одинокий главный тренер
Городей сейчас находится на скамейке запасных. Пулеметчик номер 7, Илья Васильевич. В игру вступил номер 17, Иван Хорошенко. Замена в составе команды Городея. Пулеметчик номер 84, Николай Романюк. В игру вступил номер 1, Максим Макаров. Неплохо сейчас в стеночку отыгрались наши футболисты и практически вынудили ошибиться городейцев. Макаров. Первое касание от голкипера. И заодно у нас любят говорить сахарных столиц Беларуси. Двадцать минут еще играть основного времени командам в этом матче. Счет 3-0. И довольно-таки уверенно футболисты БТ контролируют этот матч. Напомню, взятиями ворот отметились в первом тайме Дмитрий Матяш, во втором Максим Мякиш и Андрей Потапенко. Пашевич игрался с Потапенко. Ну, спокойно держит мяч под контролем футболиста Баты. Давненько, кстати, мы не слышали об Андрее Кудровце. И вот он после долгого перерыва коснулся-таки мяча. Мякиш. Перевод направо. Сава, стой! Сава, стой! Один. В центр, ну, уже сгруппировались для обороны баллисты нашей команды. И сейчас включили даже небольшой прессинг, тем самым уже оттесняют футболистов Городея от своих ворот. Навес в штрафную, и Максим Мякиш там взялся на чеку. И двойная замена готовится у футболистов Батея. Егор Осипов и браво Андрей Кудровец уверенно забрал мяч в свои руки. Роман Лисовский и Егор Осипов готовятся выйти на газон Борисовского городского стадиона. Антон Абрамович в ближайшей паузе покинет пределы поля. Ну, а второй, наверное, Дмитрий Матяш. Опять же, это исходя из позиции. Борьба в центре поля, и уже на правом фланге оказывается мяч. Владислав Морозов. Много-много криков, много сумбура на поле, однако это не помогает футболистам Городеи. Очень это опасно создать у ворот Андрея Кудровца. Пашевич. Отыгрывает на Малькевича. Мякиш в центр. Гулецкий это был с мячом. И нарушает правила Морозов. И получает заслуженную желтую карточку. Роман Лисовский выходит вместо Антона Абрамовича.
который передает капитанскую повязку Владиславу Малькевичу. Ну и Александр Немирко под шестым номером поле покидает, и Егор Осипов вступает в игру. Мякиш Малькевичу, ну тут дальше на зад, на Андрея Кудровца. Судя по тому, что Максим Мякиш поднялся в опорную зону, Егор Осипов занял место в центре обороны. И в контратаке сейчас находится футболист Абате, однако немножко придержали мяч и уже... В игру вступили номер 18 Роман Лисовский и номер 15 Егор Осипов. Красивую сейчас многоходовочку разыграли футболисты Бате в одно касание. Любо-дорого было посмотреть, и лишь центральный защитник Городея прервал всю эту красоту. Угловой удар. Помним, да, что второе взятие ворот в матче случилось именно после розыгрыша углового. Тогда Максим Мякиш после подачи как раз-таки Владислава Малькевича сделал счет 2-0. Тут еще одна опасная довольно-таки подача от Владислава, но не решился сейчас ударить по воротам 18 номер, по-моему, это был. И тут же уже доигровка, и едва-едва Егор Осипов не открыл счет своим забитым мячом в ставе нашей команды. И замена в ставе Городея. Владислав Морозов поле покинул, а в игру вступил под 11 номером Станислав Краевский. Суматоха. Мяч остается у футболистов Бате. Пашевич. Осипов. Лисовский отыграл на Потапенко, получил мяч назад, и Максим Мякиш уже с мячом. Малькевич. Ну и последняя, видимо, замена у Бате сейчас готовится. Малькевич. Перевод на дальнюю штангу. Вадим Пигас там был и, к сожалению, не успел за мячом. Ну и Максим Гаевой вместо Павла Пашевича вступает в игру. За 12 минут до окончания основного времени матча. Ура!
Вот радно, что по игре наших футболистов видно, что они не прочь еще больше увеличить преимущество. Коля покинул номер 2, Павел Пашевич. В игру вступил номер 13, Максим Гривой. Ниже, ближе к воротам. Забрал, подал. Стас! Дай подгровки. Я за девушку. Малькевич переводит направо, и Максим Гаева, к сожалению, не смог встретиться с мячом. На запасном поле Борисовского городского стадиона вовсю играют любители. Тут два параллельных матча сейчас. Лично я, по крайней мере, могу наблюдать. Я думаю, явно то, что происходит на основном поле, куда любопытнее для глазу и в целом для болельщиков. Наверняка. Люди, которые играют на запасном поле, так не считают. Но отрадно, что люди, причем довольно возрастные, такие играют в футбол, поддерживают себя в физической форме. Очень-очень правильное и хорошее решение. Ну, спорт, как известно, это всегда залог, по крайней мере, поддержание формы, здоровья. Но если заниматься этим на постоянной основе, при этом пренебрегать различными вредными привычками, то для организма это очень-очень существенный бонус, плюс даже, так сказал. Временем 8 минут. Остается до окончания первого тайма. 3-0. Довольно-таки уверенно. И в целом образцовую игру сегодня показали подопечные Кирилла Альшевского. Сейчас небольшой такой технический брак. Однако тут же баллисты наши это исправили и завладели мячом. Перевод налево, не точно. И ошибся у нас Владислав Завадский. Так-то уж совсем потухло. Городея давно уже они не создавали каких-либо опасных моментов у ворот Батая. Ну, в основном уже даже после счета 2-0 как-то совсем утратили они веру в собственные силы, наверное, что ли, уже даже сильно и не стремятся. Однако вот сейчас за мой длинный язык баллисты Городеи могут и наказать. Посмотрим сейчас, как закончится розыгрыш этого стандартного положения. Нету на поле 10-го номера Дмитрия Лебедева, который с этой позиции бы, в принципе, мог отправить мяч в створ ворот. А там уже, грубо говоря, все бы зависело от силы удара и мастерства Андрея Кудровца. Завадский отпасовал нам Леонида Ханкевича, который
Таким ударом максимум, что мог убить пару воробьев, которые пролетали над воротами Андрея Кудровца. В регби, да, этот удар бы сгодился и принес бы много хороших баллов команде Городея, однако это не регби, и ворота не такие, точнее, ворота расположены не на такой большой высоте. Максим Гаевой на пару с Романом Лисовским пытались взломать оборону Городеи. Мякиш. Евгений Гулецкий. К сожалению, не получилось на дриблинге уйти от оппонента. Однако Женя не бросил играть. И едва-едва не выцарапал мяч на самой линии ворот. Четыре с половиной минуты у нас остается до окончания основного времени матча. Счет 3-0. И пару минут явно компенсирует арбитр встречи. Но, в принципе, и без них было бы довольно-таки неплохо. Один, абсолютно один. Калошкин. Отыгрался с Гурецким. Вновь Калошкин. Мякиш пропускает мяч. По правому флангу уже развивается атака желто-синих. Гаевой. Пигас и 4-0. Да, все-таки залетел мяч в ворота. Это дубль оформляет Андрей Потапенко. Красивая атака. Ничего не скажешь. В какой-то степени также шедевральный гол в исполнении футболистов Батэ. Ну да, все вот комбинации сегодня периодически проходят у нашей команды и выглядит это очень неплохо. Это мягко сказано. Отлично, я бы даже сказал. 4-0. Потрясающая цифра на табло. И в целом уверенно и закономерно. Вадим Пигас простреливал Андрей Потапенко. И благодаря этому голу Андрей Потапенко догоняет в списке бомбардиров Дмитрия Матяша. У обоих по 10 забитых голов. Перевод налево. Вадим Пигас держит свою правую бровку под контролем. И совсем ничего не получается у футболистов в зеленой форме. Совсем уж разладилась игра. Наверняка уже футболисты Городи думают, да когда уже этот матч закончится, быстрее поехать домой, к родным близким. Впереди выходные, которые можно провести с пользой. Кто-то еще картошку наверняка не выкопал. Кто-то просто, может, захочет посетить природу, покушать шашлыков. Ну, у каждого у нас свои заботы. Далеко-далеко Владислав Малькевич убивает мяч. В общем, полторы минуты осталось, 4-0. И посмотрим, сколько же компенсирует главный арбитр встречи к игровому времени второго тайма. Завтра, напомню, в 20:45 на Борисов арене состоится матч основных команд. И там должно быть, по крайней мере, жарко.
потому что все мы помним, как в первом круге мы сыграли в Городее. Подождите, Дмитрий Матяш сейчас идет на дубль. Максим Гаевой. Потапенко, ну, нет, все-таки до последнего пытаются раскрутить оборону Сахарников. Гаевой прострел в ближнем углу. Максим Макаров забирает мяч. Да, казалось бы, мог и Дмитрий Матяш бить, мог и Максим Гаевой бить, мог и Андрей Потапенко пробить. Однако вот не пожадничали друг перед другом и довели до того, что Максим Гаевой провел мяч в руки голкиперу Городей. Так вот, возвращаемся к завтрашнему матчу. В 20:45 Борисов-Арена. БТ принимает Городею и ввиду напряженной, так сказать, обстановки вверху турнирной таблицы и вспоминая результат первого круга, наши ребята должны быть настроены максимально серьезно. И реванш у команды из Нижневского района брать нужно необходимо, и так как прям как воздуха. Поэтому приходите на футбол, одевайтесь по возможности теплее, потому что сейчас уже погода, ну, не та, что было, грубо говоря, всю эту рабочую неделю. Значительно так похолодало, ну, а на выходные наши синоптики обещают даже дожди. Поэтому одевайтесь теплее и поддержим нашу команду завтра на Борисов-арене. Как обычно, много активностей запланировано на стадионе. Поэтому приходите и проведите время с пользой для себя и для своих родных. Максим Мякиш сейчас бьет по воротам, рикошет и угловой удар. Вячеслав Малькевич наверняка, да, именно он будет исполнять стандартное положение. Хотелось бы, да, чтобы уже прям вообще для красивых цифр на табло пятый мяч. И вспомним песню легендарной группы «Чайф». На месте Городе сегодня, на месте Ямайки, да, может сегодня в Городе оказаться, однако вряд ли все-таки это случится. Основное время матча уже истекло, и, видимо, минуту-другую все-таки решил арбитр компенсировать. Согласно правилам, никто им это делать не запрещает. Все. Поздравляю всех любителей футбола с этой замечательной, крупной и красивой победой. И приглашаем всех завтра на матч включенный состава футбольного клуба «Баты» и «Городея». Игра состоится на Борисов-арене и начнется в 20:45. Пацанам, праздновать бин. Сейчас портфель. Да, я завтра на кипе домой поеду. Да, ты даже не в кипе пойдешь. Сейчас что? Я завтра на кипе домой поеду. Серьезно? Да, оденусь, пиздец, солидный буду.